Ну просто, ну красота же, бля. У меня, короче, разблочили прямые эфиры, и я решила по этому случаю, собственно, выйти в прямой эфир. Правда, немножко, ну, в таком виде, знаете, необычном. Человек-железная маска, бля. Зачем мне свет включать, блядь, друзья мои? У вас что там, со зрением хуёво? Здесь так есть свет. Я могу вам свечку, блядь, включить. Да все вечно, блядь, света им не хватает. Ёпта, блядь. Вот тебе свет. Да, сама вообще в ахтунге, что мне очень круто с гайдом, да, что типа вот людям реально он помогает, и очень много обратной связи я получаю, иногда выставляю, иногда нет, просто, ну, много писем, я иногда не успеваю. Сиськи, да вот, и не надо, значит. Видите, у меня еще палец, сука, сломался. Завтра у меня будет маник. Наконец-таки я завтра на маник иду. И плюс завтра делаю себе глазки, прокалываю. Вот, био, короче, да, специальная меза. Меза специальная для глаз. Вот. Вот, пожалуйста, сейчас будут сиськи. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту. Очень охуенный лиф в плане модели. То есть вот этот лиф любые, сука, сиськи сделают пиздатые. То есть даже, сука, те, которые, блядь, висямба, он их поднимамба. Вот, потому что здесь такие косточки, и как бы, ну, вот прям, блядь, пиздатенько. Да, очень многие... Вообще, знаете, сейчас... Да, свет у меня точно, свет внутри меня ебашит. Задалась вообще вопросом, в принципе, вопросом самореализации, да, там своей самореализации и, в принципе, как в дальнейшем будет развиваться такая платформа, как Инстаграм, вот, и как будет развиваться мир. И могу вам сказать точно, что практически все уйдет в телефон, в онлайн, да, и в телефон конкретно. И очень будут популярны прямые эфиры с людьми. То есть прямые эфиры, в принципе, всегда рулят, да. И прямые эфиры очень хорошо влияют на статистику. Чтобы вы понимали, ну, для тех, кто, в принципе, пока не понимает, зачем это все нужно, и что такое Инста, и что такое, там, ТикТок, Фейсбук. Ну, в первую очередь, Инстаграм. Интернет чуть-чуть шалит. Тенденции там какого-то, ну, там 2021 года, то, что будет в следующем году, да, то есть сейчас, например, Инста вышла именно больше на торговую площадку. Загружусь, наверное. Подождите, у меня просто очень говнястый интернет, потому что это ебаный Wi-Fi, блядь, который пиздец через жопу, блядь, бегемота работает. Меня видно, слышно? Реально, блядь, просто. Причем старого бегемота, блядь, заебывает мне Wi-Fi. Вот, и все заработки, в итоге все заработки перейдут, чтобы вы понимали, если вы послушаете Хакамаду, например, Хакамаду, она вам скажет, да, что все, блядь, мир изменился, и мир изменился в сторону личного бренда. То есть ты можешь, блядь... Не, надо перезагружать, он говнистый, сейчас перезагружу.